Альтернативное телевидение, Михалыч, о погоде на 12 сентября. Вы нас смотрите, значит, у вас хороший вкус. Здравствуйте. По республике, по северному побережью Байкала временами дождь. По остальной территории без осадков. Утром местами туман, днем по-летнему теплая еще погода. Шутка. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам Баргузинский-Муйский ночью плюс 3-2. По Баунтовскому району до минус 5. Днем плюс 15-20. Центральные районы это Иволгинский-Тарбагатайский ночью плюс 1-6 местами до минус 3. Днем 20-25 градусов. Тепла. Южные районы это Джида-Бичура, ночью плюс 3, по юго-западным районам до минус 5. Днем плюс 22-27. Наша любимая столица без осадка, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, максимальное днем плюс 25. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 707 миллиметров ртутного столба. Самое страшное неверие – это неверие в самого себя. Живите с верой, и удача придет к вам. Ваш Михалыч и АТВ. Кстати, у моей дочери сегодня день рождения. Дочь, всего самого лучшего. Ваш папа.